Губернатор области и глава Сочи подписали соответствующие соглашения о сотрудничестве. Иван Белозерцев и Анатолий Пахомов подтвердили взаимную заинтересованность в расширении связей. По словам Белозерцева, он заинтересован в том, чтобы жители Пензенской области могли поправлять здоровье в Сочи. В том числе на это направлена и программа «Открытый юг». У нас вот эта программа по 1400 рублей, она 65 наших санаториев реализует. 500 тысяч по этой программе приехало за прошлый год. А вообще мы после Олимпийских игр, вот уже 2 года, круглогодичный курорт, то есть практически круглый год у нас загрузка 88%. Кстати, как сказал губернатор Пензенской области, благоустройство Сочи он приводит в пример руководителям ведомств своего региона.